Всем привет! Решил сделать обзор опыта эксплуатации своих ботинок Tommy Hilfiger, которые я купил в 2020 году. Дождался осени, поносил их осенью, пока снега не было, до снега. Я на них уже делал обзор, они мне очень понравились, реально крутая модель. Они без утеплителя, без ничего, просто такие ботинки. Ну просто реально классные. Классные снаружи, я себе их решил оставить. Их можно под джинсы носить. Можно носить их под спортивные штаны, они классно, модно, реально смотрятся, реально очень классные с виду ботинки. Я их заказал, я их поносил в районе 2 месяцев до снега, где-то до Нового года. Пока не было снега, ходил по асфальту, там, на работу, с работы, такое, ну, обычное, режим носки, постоянно по асфальту. Что с ними произошло, какие плюсы, минусы? Короче, по вот этим ботинкам, плюсы, во-первых, несмотря на то, что они относительно тяжелые, в них реально очень удобно, очень удобная колодка, очень удобно. Стелечку, конечно, я родную не использовал, мне она так себе, качество вообще очень второстепенное. Если я вставил классную стельку, у меня есть стелечка Лова, крутая там такая трекинговая стелька, очень удобная, хорошо отводящая влагу, я ей пользовался, я этой стелькой не пользовался. Несколько раз ее одел и решил ходить в Лове. Классно тем, что когда такое была сыроватая погода, они не забрасывают грязь. У меня получается, что пятка, что носок, вот здесь все сухое и не заляпанное грязью. Это, конечно, большой плюс, потому что есть модели, когда ты походил, и в тебя тут заброс грязи идет, пятка вся в грязюке. В этих такого нет, реально хорошо это отрабатывают. Очень удобно, что они, ну, за полдня носки по сырой погоде, они не заляпаны все в грязи. Ну понятно, воду их нет, потому что спилок и тут клапана нет, здесь все будет промокать. Но я их поносил 2 месяца до снегопадов, сделал вывод такой: надо их куда-то продавать, потому что если я их буду носить еще 2 месяца, просто им придет жопа и все. Почему? Объясняю. Ну вот здесь я носил, видите, они тут потерлись, но тут пустот вроде бы как нету, но резина хорошо стирается, очень хорошо стирается, прям стирается на раз. Но я обратил внимание, вот на пятке, я так понял, вот эти штуки пустотелые вот здесь, и у меня уже начали вот такие образовываться такие вздутия, я понимаю, что скоро оно все, тут дырки просто будут и все. Реально, я считаю, ботинки почти за $200, несколько месяцев поносить, они в принципе рассчитаны на асфальт, их носить, ну такие модные боты для асфальта, такие, я не знаю, фэшн, то ли, я не знаю, ну такое, прикольные реально ботинки, ну реально на несколько месяцев носки по асфальту и все, они просто стерлись. Печально, вообще не рекомендую, просто в шоке, слава богу, что я их купил не задорого, что-то в районе $50 они мне обошлись. Короче, очень печально, что они недолго играющие совсем. На пол зимы и до свидания. И то без снега. Так что вот так вот. Делайте выводы. Я думаю, кому-то было полезно и интересно. Все, до новых встреч. Всем пока-пока.